и жатва придет. Бог на земле урожай соберет. Строго отдели пшеницу от плев. Откроется правда, кто что как делал. Кто строил на камне, а кто из соломы. Господь проверяет будет качество дома. И наши дела за нами пойдут. Награды кому-то Господь даст за труд. И многие люди заплачут от горя. Но это для них справедливая доля. Ведь выбор сегодня у каждого свой. У каждого ключ от двери под рукой. Отдели Господь и козел от овец. Для многих настанет ужасный конец. Они будут в свете, другие во тьме. Они небеса, а другие огне. И многие люди к Отцу подойдут. Надежды оправдывать труд свой начну. Мы зло изгоняли, больных исцеляли. У хихи слепых мы глаза открывали. Много пророчеств из уст нас ушел. Пусти нас, Господь, мы население Твое. Но страшное слышал от Бога отказ. Да кто вы такие, не знаю я вас. И будет для многих ужасный ответ. В моей книге жизни имен ваших нет. Поистине это ужасная сцена. От мысленной заставая кровенно. Но слава Христу есть надежда для нас. Недаром ведь крови своей Он нас спас. Нам надо сегодня от спячки проснуться и в Господа труд с головой окнуться, чтоб имя свое прочитать в книге жизни, чтоб не было тени сомнений и мыслей. Уверенность не облись Бог может дать. Подумай сейчас, чтоб потом не рыдать. Задумайся здесь, что возле для тебя, наследие овец или доля козла.